Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав. Сегодня у нас обзор журнала Лего Сити. Тут у нас показана работа и показаны разные профессии. И также еще есть очень интересная история про то, как один преступник ходил все время в кинотеатр про полицейских, чтобы видеть новые планы для ограбления. Это очень интересный комикс о том, еще как полицейский тоже вдохновлялся идеями и выяснил, что, оказывается, этот преступник, который хотел ограбить банк, был всего лишь актером. Спасибо за внимание, всем пока, ставьте лайки.